спокойнее. Вот такая очаровательная девушка нас сегодня обслуживает еще. И мы можем посидеть, мы можем отдохнуть, мы можем пообщаться. А случаев для этого в этом году как никогда. То я уже не знаю, с чего начать, потому что тут такой юбилейный год. Во-первых, мы с Янушем родились на пятерку, кончалось тут 45-й год, да, уже такое. Во-вторых, есть у нас товарищи, которые на ночь кончались, есть, которые родились, ну, в общем, всяких. Есть товарищи, которые начали только свою жизнь, и им в этом, у них в этом году первый юбилей был. Ну, и в общем-то, мне, как выросшей в семье единственным ребенком, всю жизнь, сколько я живу, когда вышла замуж, приходилось учиться, учиться и учиться жить. Учиться иметь не одного, а троих. И благодаря этому, что вот трое сыновей, живы-здоровы, слава Богу, спасибо вам, что вы такие у меня удались, что внуков нам вот с Янушем, тут как-то не парное число, но я думаю, догонят еще, все-таки везде парка-парка. О, Герман обещает, молодец. Значит, Елена подготовится только, и будет еще и там, наверное, банка. Так что все идет так, как запланировано, так, как нужно в жизни. Я очень радуюсь этому. Учитесь жить, создавать эту свою крепкую семью на долгие годы, чтобы прожили бы столько. В этом году мы с отцом 46 лет уже будем отмечать, что женились. Никогда так специально этих праздников не отмечаем, но вот просто и еще какие события. События в этом году еще и то, что первый юбилей был то, что два внука имеет по годику исполнилось. Да. Да. Вот. Одной внучке полуюбилей. 5. Есть такая? Девочка, встань, покажись. Вот, вот она. Вот. Молодец, молодец. Спасибо, Моника. Второй внучке юбилей. И тоже полуюбилей. 15. Моника. Вот. Дальше. Я уже, вы мне напомните, а то, знаете, в таком возрасте могу чего-нибудь забыть. Столько всего. Еще был юбилей, на ноль кончался Людвиг. 10. Есть такой? Встань, покажись, это тебя не вот, значит, 2, 3, 4, 5. Всех сосчитала. Это с внуками разобрались. Дальше разбираемся с нами. Так уж получилось, что в один год мы родились, женились и по техническим причинам не смогли отметить Януша юбилей. Техосмотр не прошла я. Поэтому мы сегодня уже пожелали видеть всю нашу семью, всех близких, чтобы вместе пообщаться. И думаю, что мы этот вечер с Янушем разделим как-то. Дальше. Ой, какой тут еще. Еще у нас в этом году тоже юбилей. Ирена была юбиля. Я уже там, где маленькие дети, так я их называю по числу. А тут могу попутать где-нибудь что-нибудь. Дальше. Не пройдет и месяца, Артур, будешь полуюбилей. Да, конечно. После его юбилея, но я уже не согласилась, что мы писали на 31 декабря,
но записали 1 января, но через 10 дней будет опять полуюбилей 2. Так что на следующий 35 год, плюс 35. 1 января опять начинали, 70. Опять, да? Опять 70. Опять 70. Да, опять 70. Ну теперь, семейка, дополняйте, какие еще праздники у нас были. Собаки полгода. Поэтому вот такие всякие случаи. Мы еще очень довольны, что нашли такой день, пусть он совпадает там. Хорошо, что не в день рождения, хорошо, что уже там день другой после моего дня рождения уже прожило. Что совпало, когда мы все живы, когда мы все здоровы, когда мы сможем вместе сегодня побыть. Ну, и сегодня распространена обязанность сына права матери между сыновьями, а всех приглашаю. Кому доктор прописал, кто любит вино, кто любит шампанское, кто любит там что-то, свободно обращаться к Артуру, он обязательно вас обеспечит всем, чем вас. Еще раз спасибо вам. Артур, через неделю обращусь еще раз. Thank you.
Спасибо.